актрисы юмористического шоу Comedy Woman выступили с критикой в адрес хейтеров. 35-летняя Екатерина Варнава поддержала подругу, а также свою крестную дочь. 35-летняя Мария Кравченко воспитывает 4-летнюю Викторию, которую она родила от продюсера Константина Золотарева. Девочка приняла участие в фотосессии модельного агентства. Кравченко призналась, что малышка хочет стать моделью. Актриса опубликовала несколько снимков дочери. Телезвезда заявила, что не будет препятствовать интересам ребенка и позволит Вике самой делать выбор. «У нас уже есть в резюме строчка о модельной подготовке и первые профессиональные фотоснимки. Не знаю, сколько продлится у Виктории этот интерес, каприз это или призвание, но я думаю, навык вести себя на публике ей всегда пригодится и в жизни, и в любой профессии», — отметила Мария. Однако многие подписчики Кравченко повели себя нетактично, позволив себе критичные высказывания и навязчивые советы по поводу внешности и будущего ребенка. Актриса ответила на троллинг. Она заявила, что не особо интересуется мнением незнакомых ей и безликих людей. Однако, по ее словам, всему есть свой предел. Как только у некоторых поворачивается язык оскорблять детей, накладывать ярлыки, красивая некрасивая, чего достойна, а чего недостойна, никакой гуманности и понимания проявлять я в таких случаях не собираюсь. Вы с огнем не играйте. Унижать детей – это самое гиблое дело. Кармой вам вернется, потом еще думать будете. За что с вами так судьба несправедлива? А не надо было забывать и о моральной ответственности, отметила звезда телешоу. Марию поддержала ее близкая подруга и коллега по Comedy Woman. Екатерина Варнава является крестной мамой Виктории. Ее возмутило поведение взрослых людей. «Я правильно поняла, кто-то решил, что может говорить ребенку, малышке, чего она достойна, а чего нет. Решать, красивая она или нет. Обсуждать маленькую девочку в таком контексте. Ребята, у меня есть парочка вопросов на тему глобального потепления, насколько сильно оно может повлиять на мозг людей, потому что, мне кажется, нездоровых, агрессивных, злых вонючек стало как-то совсем много», — гневно заявила Варнава. Кравченко старается оградить личную жизнь от внимания. Она только недавно впервые показала на фото мужа и дочь. Мария трогательно высказалась о своей многолетней дружбе с Екатериной. Варнава отменила свадьбу с давним бойфрендом, танцором Константином Мякеньковым.